Каждую неделю Евроопт в игре «Удача в придачу» разыгрывает более 20 тысяч денежных призов, сразу 5 автомобилей и квартиру в Минске. Во вторник нашли своих обладателей призы 83-го тура. И сегодня победителям вручили заветные ключи. Познакомимся со счастливчиками этой недели. Чувствуется тепло такое и вообще приятно так. Самые яркие эмоции от побед с Евроопт. Минчанка Нина Маковец воспитала 3 дочерей. Как и во многих больших семьях, жилищный вопрос стоит остро. 83-й тур «Удачи в придачу» и обычные покупки в Евроопт исполнили давнюю мечту. Помочь детям обзавестись собственными квадратными метрами. Возможно, совсем скоро в новые столичные апартаменты переберется младшая дочь. У меня еще рождение внучки. Вот ее выписали буквально пару дней тому назад в больнице. Вот. Ну и дети ж у меня еще на 7 человек квартиры прописано. Так что квартира, она, мне кажется, всем нужна. Еще 5 победителей стали обладателями внедорожников. Наталья Лещик из деревни Елка Гродненской области еще неделю назад поздравляла с выигрышем автомобиля своего одноклассника. А сегодня и у самой исполнилось загаданное на день рождения желание. Я покупала продукты в день рождения. Конечно, я всегда мечтала о своей собственной машине. Когда в семье 4 детей и автомобиль нужен соответствующий. Светлана Наумова из Гомеля по привычке купила сладости для ребят в Евроопт. Синий внедорожник оказался отличным дополнением. Очень обрадовались. Конечно, был шок. Вначале приятный такой. Семья у нас большая, что много детей, возить надо. В 30-й раз выиграть автомобиль помогают покупки в онлайн-гипермаркетах «Е-доставка» и «Гипермол». Юлия Тетерина из поселка Гатова Минской области давно мечтала о крупном выигрыше. За автомобилем даже из дому выходить не пришлось. Оранжевый внедорожник к заказу в «Е-доставке». Я у мужа спрашиваю, говорю, мы, наверное, играем сегодня. Он говорит, не знаю. Зашли, посмотрели коды. Нам звонят, говорят, мы выиграли машину. Красный автомобиль от Евроопт отправится в первый маршрут. К Людмиле Мешковец в Кобрин. Победительница уверена, повезти может не единожды. Еще нужна квартира для сына. А пока рада стильному внедорожнику. Шок. Радость. Неудержная радость. Ара Лаура. Светлана Доренских из «Старых дорог» отныне владелица синего автомобиля. Она работает специалистом статус банка и уверена, удачу принесла ей именно статус карта. Она включает в себя дисконтную карту Е+, и помогает получить игровые коды «Удачу в придачу». При этом обладатель статус карты получает скидку до 5% и кэшбэк 1,5% с каждой покупки в торговой сети Евроопт. А также возможность бесплатно пользоваться предоставленными банком средствами до 45 дней. Это наполняет жизнь какой-то радостью, и действительно начинаешь верить в удачу, в успех. Уже в следующий вторник, 4 сентября, новый шанс на победу с Евроопт. В 84-м туре игры на кону более 20 тысяч денежных призов, 5 внедорожников и квартира в Минске. И еще отличная новость для маленьких покупателей. Бонстики снова в Евроопте. 24 новых персонажа из белорусских мифов и легенд. Получить игрушечного персонажа можно за каждые 15 рублей в чеке с картой Е+, в магазинах Евроопт и Брусничка, онлайн-гипермаркетах Е-доставка и Гипермол. Акция продлится до 23 сентября. Наталья Козе, Яна Лазовик, Александр Кривецкий, Виталий Мотин. Наши новости ОНТ.